Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Ceed 2019 года выпуска. Двигатель 1.4 бензин, робот, передний привод. Пробег на автомобиле 91 тысяча километров. Заменю на нем свечи зажигания. Открываю капот. Открыл капот, снимаю крышку. На трех резинках, при том резиночки рядом находятся, здесь шумоизоляция сделали, нормально гасит. Это GDI, уже двигатель идет с впрыском, чуть шумнее работает, но тем не менее 1.4, 145 лошадей и двигатель турбированный. Откручиваю 4 болта крепления катушек, головка на 10. Я даже разъемы не снимал. Возьму, продую свечные колодцы. Беру головку магнитную и откручиваем свечи. Головка на 16. Свечи Юра. Иридиум. Ну, Юра. Хундай. Хундай Kia оригинальная. Но видно, свечи не выкручивались уже давненько. А давненько — это с самого начала эксплуатации автомобиля. Тоже Юра. Ага.
Тоже Юра. Маркировка на свече, которая написана ELR11SPC8+. Спасибо. И первая свеча. Все то же самое. Отходили 91 тысячу. Беру новые свечи. Новые свечи заказали оригинальные. Свечи под номером 18-868-08-115. Свечи те же самые Юра, Иридиум ELR11SPC8+, ну то же самое, что и стояло. Вворачиваю. Свечи мы не бросаем, свечи опускаем аккуратно, чтобы не ударить электрод и не подогнуть зазор. Момент затяжки свечи затяну 20 ньютонометров. И четвертую свечу. Обратите внимание, на этом двигателе крышку уже пластиковую заменили на дюралевую, сплавная. Теперь проблем, думаю, с тресканием крышек не будет. Беру динаметрический ключ, 20 ньютонометров поставил. Перепроверяю. Ставлю на место катушки. Наживляю болты.
катушки сильно притягивать не нужно, достаточно 6-7 ньютонометров. Сейчас уберу. Заводим, пробуем. Глушим. Ставлю на место крышку, закрываю. И на этом замену свечей зажигания я закончил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс.Дзен. Все ссылки в описании под видео. Ну и как всегда, огромное спасибо за поддержку, за донаты, за то, что переходите, подписывайтесь на телеграм, на Рутюб, на Яндекс.Дзен. Всего вам доброго!